Всем привет, ребят. Давно мы уже не бегали в хрустальный сундучок. И решил я все-таки его сегодня забрать, так как у меня здесь единственный недостающий скин Вальки. Как ни странно, ее давно уже не продавали здесь. И заберем, пооткрываем топовые плюшки. Нужны также книги, в общем. Сегодня у нас будет роллинг, и потом пооткрываем плюшки. Все как обычно, а потом я начну качать дальше свой нубо аккаунт Твинк. Так, окей, ну что, поехали. У нас веселый роллинг должен быть. Посмотрим, как сегодня падает. Без мата тут никак. Так, ну давай, 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 рандомчик, удиви. Ну так вот, с нихуя просто приходит к нам Creation. Просто так залетает за пару тычек. Седна. Бугрома, душек. Кого этим удивишь? Гарпия. Хранитель. Вот это уже пойдет. Лучше. Рогатка, блядь. Ну, что тут сказать? Это рандомчик, ребят. Это все не подкрутка, это рандом. Такой английский сервер. Тесса. Ну, неплохо. Еще одна Тесса. Забыли повторку выключить. Читеры. Отлично, смотришь на эту пейнду и что-то другое думаешь. И вот, блять, какого-то хера падает на Манубис. Я не знаю, что это. Напишите в комментах, что вы думаете, что это. Но это однозначно админ панелька. Просто пиздец. Смерть. Да, вот это, ребята, вот это называется рандом на английском сервере. Ну давай, давай, давай. Ведьмочка. Гарпия. Ну такое себе, что-то это гарпия, бигфут, блядь. Зима уже прошла, а он пришел к нам. Что это такое? Я даже не знаю. Риббит, кстати, неплохой герой получился с пактом, мне понравилось. Так, Фантом Кинг, это неинтересно. Имхотеп. Давай, блядь, уже какую-то имбу. Сколько можно уже по 450 сосать? Ну, такое себе. Такое себе, суккуб, череп. Но все равно падает все-таки лучше, чем на русском сервере. Кстати, давайте на русский сервер зайдем. Ниндзя. Сколько у нас там? Мы 40к заролили. Поехали. Поехали, поехали на русский сервер. Сейчас на русском сервере паролем. Посмотрим, какой рандомчик здесь. Ну, конечно же, не на сардальке, как многие подумали. Сейчас на сардальке будем ролить. Там нечего ролить. Это бедный аккаунт. Окей, есть, поехали. Давайте с бесплатки еще имбу дайте, чтобы... Угу, конечно. Так, ну поехали, до 48 сольем. Рино. Ничего себе, типа, блядь, мы хер сдаемся, ну давайте. Батл между основами. Бывший. Батл между бывшей и нынешней. Или как там? Какая разница? Седна, Триант. Нихера себе, Бигфут. Да ты что, русский сервер? Опять ринул. Нихера себе. Возвращаясь на русский сервер, Фараон. Однозначно после такого дропа. Ну это просто Махатма, блядь. Ну это нереально, ребят. Да надо назад возвращаться на русский сервер. Тут лучше админ панелька.
Капитан Рогатка, ну все, я не знаю, напишите просто, как вы думаете, на каком лучше нападало, но у нас тут еще 20 косамов, друид. Бугимен, ну это просто пиздец, ну что еще может быть лучше, вот скажите, заклинательница, все однозначно русский сервер топ. Просто, блядь, имба-герои нам упали, ребята. Самые имбовые герои, которых только стоит ожидать на таких аккаунтах. Это просто аут. Сразу же три самых топовых героя, которых можно купить за кгшки. Они нам просто упали. Это просто мега удача. Трифит, ну все. Это однозначно. Сливаем сам на английском сервере и переходим обратно на русский. Надо написать, чтобы нам просто перевели и удвоили на 2. Так, ну что, какая еще имба будет? 4К, ну давай. Удиви. Малышник, нихера себе. Вот это да. Варлок. И давайте до следующей имбы. И у нас падает рыцарь. Ну... В общем, вот так вот, ребят. Пишите в комментах, что вы об этом думаете. Ну, как по мне, русский сервер просто нагнул англичанку. Такс. Поехали обратно. Надо было зайти забрать это все, когда я ролил. Но у меня не 10 рук. Надо смотреть. Ну, как по мне, блин, достойно. Русский сервер ответил достойно. Давно я уже не делал интернациональных батлов. Вообще их делал на своих аккаунтах. Так, забираем плюшки. Та-та-там. В общем, неплохо нападало. Но опять же, на русском нифига нет под акцию. А тут хоть под акцию ты ролишь. Ну как под акцию, относительно все равно покупаешь. Сейчас будет тылынкать. Тылынь. Да, это, конечно, было четенько. Я, честно говоря, не ожидал такого от ру сервера. Как-то вообще неожиданно. Ну окей, let's go дальше. Поехали. Бум. Ну, неплохо тогда. Но мало. Но теперь нормально. Так, окей, с этим разобрались, поехали открывать плюшечки. Книжечки добавились, это радует. Так, что у нас тут есть интересного по сундучках? Какие-то осколки. Нифига себе, мы героев тут. Ну, правда, это не герои количество, а осколки всего лишь. Было бы эпичненько, если бы это были герои. Так... Это форты, нам оно не надо, это тоже не надо. Лабиринт. Так, 100 сундучков, let's go. Бум.
Опять книжечки, отлично. Вот книжечки, ну дайте больше книг, блин. Вот когда надо были, не надо было книг, их сыпало валом. Когда не надо, нифига не сыпят. Так, у нас было 1200, 1500, 1500 штучки. Неплохо. Это радует. Так, что у нас тут еще интересного? Четвертый, давайте пооткрываем тоже. Тут тоже книги падают. Ну тут, конечно, фигня. Так, ну все, вроде все. 2800. Неплохо. Поехали посмотрим, что там у нас по акциям. Там еще что-то пришло. Отлично, Supreme Gifts. Прям такие гифты задарили. Аж плакать хочется. Так, тут что у нас? В общем, вот так вот, ребят. Я удивлен, удивлен. Так, мерчендайз и сэвэнбл. Так. Плант это не наше. Проспектор, аккумулейшн, Supreme Gifts. Бинго. Uncovered Treasures. Поехали. Открываем какие-то сундуки еще. Боже, сколько написали этого текста. Нафига его столько писать? Нифига себе. Мы прям сейчас станем мега богатыми. Целых 80 гемов. Так, ну что, вроде все такого, больше ничего, алхимики, это все дичь полная, нафиг не нужна. Так, отлично, с этим разобрались, что там по архи нас не скинули, нифига нас не скинули, слабаки. Вот так вот, ребят, все, буду качать аккаунт. Пишите комменты, как обычно, лайки, репостики, видосик на... конкурс в описании, как обычно. Всем удачи, всем пока.